Всем доброго времени суток! Вам обязательно нужно узнать свой индекс массы тела. Умея рассчитывать соотношение веса и роста, вы сможете объективно оценить свою фигуру. Сегодня мы также поговорим о целях избавления зловещих жировых отложениях на талии, бедрах и где еще они откладываются. Как же рассчитать индекс массы тела? Рассчитаем, но сначала разберемся, что это такое. А тут все довольно просто. Индекс массы тела – это соотношение между показателем веса и показателем роста для каждого конкретного человека. Другими словами, есть признанные медициной границы, пребываниями за которыми, будь то ожирение или дистрофия, одинаково опасны для здоровья человека. Зачастую резкий набор массы или резкое похудение воспринимается нами как прямое соотношение с тем, сколько человек ест, но это неправильно. Иногда такое поведение организма является прямым сигналом, что с ним творится что-то неладное. Поэтому, как только заметите, что с вами происходит подобное, не медлите с посещением доктора, если, конечно, проблема не в сломанных весах. Определение индекса массы тела полностью соответствует духу феминизма. И для мужчин, и для женщин оно рассчитывается одинаково. Даже возраст человека не делает тут никакой погоды. Но не будем томить душу и перейдем непосредственно к расчетам. Самый простой способ посчитать индекс массы тела онлайн. Но это для людей, которым не интересен процесс, а только результат. Только разбираясь в процессах, можно влиять на результат. Если вы этот, второй, то будете писать в строке поисковой машины индекс массы тела, формула. И это правильный вопрос. Но не спешите выключать видео. Ответ на возникший вопрос будет далее видео. Ну и как же рассчитать индекс массы тела по формуле? Формулировка правила расчета индекса массы тела очень простая. Нужно разделить свой вес в килограммах на рост в квадрате в метрах. На практике это выглядит так. Если человек, например, весит 120 килограмм при росте 1,75 м, то нужно 1,75 м умножить на 1,75 м, а затем 120 разделить на получившийся результат. 120 делим на 3 с копейками, равно 39,21. Индекс массы нашего человека 39,21. Ищем эту внушительную цифру в таблице индекса массы тела и понимаем, что он изрядно зажирнел. Расчет индекс массы тела по таблице. В принципе, 120 кг при росте 170 см, тут без таблицы видно, что у человека проблема. Но все же, таблица не обманет. Тем более, рассчитывать, что касается своего родного тельца, используя онлайн-калькуляторы, как-то не по-спортивному. А вот самому все сделать, потратить время и усилия, то при хорошем результате можно угостить себя сладким. Ну, это в том случае, если индекс массы вашего тела не попадает в клетку напротив, избыточный вес или ожирение. Ну, теперь у вас есть все инструменты для того, чтобы следить за состоянием своего тела и организма. Не по ощущениям, не по показателям весов, и не по дыркам ремня, а по конкретным серьезным расчетам. Это уже профессиональный подход. Кстати, если таблица вас сегодня не порадовала и требует немедленного похудения, не спешите садиться на различные диеты и терроризировать свой организм до потери пульса. На самом деле, чтобы похудеть, нужно есть. Но есть не все, что мама с папой, жена или муж положили в холодильник. Нужно разогнать свой метаболизм, рассчитать дневную потребность калорий, купить абонемент в зал и быть строгим к себе. Зачем строгость? Затем, что придется исключить из рациона быстрые углеводы и трансжиры. Простыми словами, сладкое и продукты питания, сделанные из поросенка. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Всего доброго, до новых встреч. Всем доброго времени суток.